насколько я смотрю, что в Сухове такого не было. Рыба, а тут? Мы находимся у истоков Сырецкого ручья. В самом-самом его истоке. Тут он появляется на божий свет из этой трубы. Правда, энтузиасты-диггеры эту трубу пролезли до самых природных истоков, изначальных, которые находятся возле метро Святошино. Но простой обыватель сырец увидеть может только здесь. И то, если случайно забредет на территорию этой школы закрытой. Там какой-то охранный номер у него присутствует. Конечно, пиратское место. А что за школа? Бутыльная общеобразовательная средняя школа. Было срезать, я домой так ходил. А потом они раскошелились и поставили забор. Да. Вот мы следуем дальше вдоль русской реки Сырец. У меня сейчас складывается ощущение, что где-то процентов 40 мужиков работают охранниками. Поэтому это улица, такое. Вот, а это, видишь, это часть Сырца. Ну, периодически чистят, даже уток запускают. Ну, когда я был малой, он практически высох уже этот пруд. Каким-то образом. Да, вот так. Раму. А тут продолжается сырец, вытекает коллектор. Пена. Дальше он следует в ту сторону. Традиционно я служу кормильцем комаров. Просто чудовищная гигантская ива. Торговый павильон Генделев. Поднимает съемочную группу. Вот там был ТК Юнис, там принимали пионеры. Где? Вот там сверху. Там сейчас боулинг-клуб. Вот и Нивковский зеленый театр. Рассчитан на 2500 мест, открыт в 1958 году. Закрыт. Открыт. Открыт? Да, открыт был в 1958 году. Нет, а сейчас он? Сейчас он находится в так называемой консервации. Короче, он не функционирует по прямому назначению, и сцена используется как склад, но тем не менее на территории сохранились там в разных помещениях, там кружки всякие детские, какие-то там... И они функционируют? Клубы, да. Так туда пускают? Туда бедно, нет, на территории театра нет, у них там в бок сейчас пристроен, сейчас увидишь. Я тут восхождение осуществляю вот этой штуки. Не, я не залезу точно. Я бы залез, но я не слезу. Если ты не залез, я посвалился на полпути. И потом бы мне ампутировали ногу. Почему именно ногу? Это такой добрый пацанский юмор. Будка кинооператора. А, привет. В голове моей сегодня светло. Есть. Наверху жилые дома на улице Бабушкина. Обычные хрущевки. И спуск вниз к парку аттракционов, разрушенным, горевшим. Советская машинка, на которой катались дети. Она пережила пожар, ее постоянно тасуют, то недавно в озере лежала, потом ее кто-то извлек сюда. Собственно, на таких вот проходило беззаботное детство машинка. Были советские игральные автоматы. Фотографии сохранились, это датированы 2008 годом. Что-то не поделили между собой. Новый аттракцион не снимает принципиально. А те, по-моему, там на берегу так и лежат. Да, я всех старые помню. С днем рождения. Телефон СМС приходит. А покушать надо? Я не вижу щиты, я не вижу щиты. А потом мы пойдем поглубже. Там было, что тоже в палатках стояли, кто-то за него летел, на них кто-то напал, там палатку разбить, прочее. Ну, бывает, что делать. Это вот приток ТК. А как он называется? Рубежовский. Рубежовский? Да, тут еще справочник о знаменитом Судрицкого и такой Бежовского, который выходил миллионным тиражом. Там были обложки красненькая, желтенькая, белая. Ну, самая пресловутая книжка, энциклопедический справочник Киев. Там написано еще, что этот ручей отличается особым качеством воды. Пить можно. Не, у меня крики есть, но я знаю, что я за них буду расплачиваться на деньги. Стоп. Да я вот думаю, может не список рисовать. Религия уже придумала, что... Между тем Коля, Алена и Кирилл уже стоят на станции, железнодорожной станции Рубежовский, названной так по одноименному ручью. Прощальный взгляд на Рубежовский ручей. Километровая крапива. Рубежовский остался там. Знаешь, тут трудно идентифицировать, где Рубежовский, а где Сырец. Это очень так разветвленно, странно. Сырец проходит там в коллекторе и выходит вот там из него. Сейчас Сырец протекает рядом с нами в коллекторе. Территории Нивок, там даже на территории жилой застройки они посохранялись. Был огромный бор тут. Дубовый. Дубрава. Ну, да. Потому что, например, вот на территории Голосей. Причем он, видимо, арматуру вбивали, чтобы залезть наверх, да, и убить табличку. Кажется, дупло чем-то вроде заделали. Вот Сырец снова выходит тут из коллектора. Оба огромные лягушки. И, как обычно, темный вход в коллектор. И чуть дальше. поверхности естественного берега. Что? Ну вот про вот этот вот погреб, что я рассказывал. Это все думают, все считают, что это вход, эвакуационный выход из этого. Что-то такое, эвакуационный выход из дачи. Там все еще течет. На космосе. Ну, мы продолжим. Сейчас мы снимем несколько прудов. И он тут разветвляется, тут типа островки какие-то. Для гномиков. Тайная цивилизация карликов. Привет, Мурин. Привет, Котя. Это ж кот, по-моему, да? Не знаю. Вот в этой норе мог бы жить Фродо Бэггинс. Всяческие дешевые журналисты любят преподносить этот замечательный вход как тайный выход из дачи Хрущева, эвакуационный якобы. Тут сверху располагалась его дача, по легенде. Ну, к этой даче приписывали жилища разных, ну, множество генеральных секретарей, разных управителей, как бы партийных чинов Советского Союза. На самом деле все гораздо просто и низменно, как бы. Это старинная постройка 19 столетия, не что иное, как погреб, единственный остаток от Васильчикова хутора. Здесь находился монастырь, скит Веденской общины, которая сейчас располагается на улице Рыбальской. Там мы не были внутри. Ну, там вглубь, вот я вижу противоположную стену. Там дело в том, что это было заложено колодами очень долгое время, и мне было просто хоть отметиться, войти. Тем не менее, ну, вот входные своды, они покрашены такой бурой краской. Вот весь потолок в ней. Этот мусор, наверное, оставили потомкам, потому что явно не продумали о том, как его отсюда вывозить. Интересно. Мало того, это озеро не только не пополняется водой, оно само воду истекает из него. Вероятно, тут очень мощные подземные источники. Вы и раз оно глубокое довольно. Да. Получается, один жестоко сердца. Тут утки живут. Я помню, что тут купались, вот да, здесь. Да. Я тут говорю, был, да. Я говорю, что тут обычно купаются. Не по случайности, а погибли, чтобы... Там у меня есть фотография. А такой огромный портрет Ленина висел раньше. Скажем, вот типичная застройка хуторов, которые располагались вдоль долины Сырца. Пока я никто к рукам не прибрал, тем более домик такой довольно аутентичный. Надеюсь, что его через... А вот и он, да, слева? Интересный домик. Сейчас вблизи. Типичный дом для долины Сырца. Начало 20 века. Ну и не только сырца. Коньков сейчас на сектор очень много. Например, там вообще такой патриархальный городок. Да. Идешь вроде новостройки там всякие. Это очень интересно. Ну, попроще, но где-то не мельче кипа. Вот там много частных секторов, что заводы. Это не то, что центральный был только центральная часть, на разных человек. А это получается сейчас нечто только поедет. Дальше же еще одна шутка недалеко идти, а то некоторые там все еще пиликать и пиликать. А так практически рядом с трассой. Столы. Я в низком приземистом. Тут наших товарищей очень ласково встретили. Замечательные жители из этого дома. Стационарно. Работаешь? Разруку, да? Ну так, частично. Дом скорби. Так он уже все, наверное, не работает. Не, работает. Так тут же вон, разруха. Иллюстрация современной системы здравоохранения в Украине. С этим делом. Да у них и котельная своя автономная. Еще чуть-чуть и этот самый, с которым я еще и на работу перейду. Какие-то одному. Сегодня документ о неразглашении информации звезд. А еще как-то мы ему рассказывали, кто тоже инструмент, что ехал он даже куда там привез квартиру, а только с квартиры гуманитарной. Он звонит, она такое действует в одном из бедал. А может быть родник? Вода чистая, кстати, там. Ну как, когда я начинал искать работу, думал, что это захолута. Вот так и остается разговор за 5 лет. Ну, сейчас у меня как, оно я не сильно его подсчитываю, сколько мне не слышит. Ну, так, как-то. У нас еще капитализм не вытравил сердоболие до сих пор из граждан, которые думают, ой, вот бедные, несчастные. Да. Сами. Вот, я первый раз вижу. Я на дорожке никогда не ходил. И любой присоюзник обижался, но каждый заработал. Хотя бы числился. Ну да. Это как у рокеров было, чтобы ну, да, да, да. Числились. А, кстати, в московской рок-оборот... Поворот Сырца. В воздухе ясно чувствуется запах сброса в реку каких-то мыльных отходов. Возле воды роются слепни. Лезть туда мне не хочется с боязни быть укушенным многократно. Насладимся видом крутого берега Сырца. Панорамируем влево. Вот он неторопливо. Еще закропила. Меня едят комары. Цветущая акация. Заросли лещины. Липа. тропинкой мы следуем за Кириллом и Колей. Справа тоже вода, но вода стоящая. Мусор всюду. Да, откуда сочится не весь что. Так загаживается река. Не весь что падает в нее. Начинается этот самый мыльный запах, которого умирает все живое. Потому что это не просто запах, а химическое воздействие на экосистему. Следы попыток укрепить берега бетонными плитами. Так их сюда затащили неведомо. Оползаю. Бежит Сырец, бежит к своей погибели в коллекторе. Стремительный его поток. Все еще чиста его вода, несмотря на сбрасываемые в него отходы. Намывается чистый песок по дну. На этом участке берега Сырца превращены в сплошную свалку. Но Сырец продолжает свой бег, несмотря на вмешательство человека. Маленький ручеек тоже впадает в Сырец, чтобы питать его. Как будто нет ничего вокруг. Ни свалки, ни мыла. Лягушки квакают. На самом деле только небо, как прежде, как много лет назад, когда не было человека. А небо такое же, все еще синее. Еще не перекрасили. Не добрались, не застроили. Вот он бежит из-за поворота, Сырец. Здравствуй, дорогой, как верный пес. Бежит из-за поворота нам навстречу. огромные стволы деревьев. Трубы, а вон еще трубы. Вот они сжирают сырец. Если сырец зажирается. Ну там где лягушки живут, ну значит еще нормально с природой. Ну да, это точно. А лягушки они, блин, везде живут. Кстати, тоже день до нас такой под бетонной части, потому что из-за стремительного течения очень сильно. Ну, конечно. Потому, ну, а там, где природное русло, возле Лысой горы, так там они живут в большом количестве. И лягушки, и утки, и караси плавают. Ну, как бы мог бы сдавать, он не мог эту квартиру сдавать и снимать на разных этажах квартиру. И это он чем-то сзади важно. Его мать это будет, кстати, нормально. Нормальная полетела. Ой! Не сломается. Еще один крик не видно, на который не держит. Его, наверное, уже не нужно. Крик не весело. Что? Вода чистая, светлая, конкретно. Принесла камни, они Ну вот, тоже, пожалуйста. Ну, а тут, кстати, явно была раньше. Брусчатка, да, старая, еще к частному сектору шла. Ага. А однозначно, нужно прохледу снимать такое. Вот тут, возможно, раньше был шлюз, а я стою на месте вероятного озера. Кадры были. Тогда и идет в это. Тут надо посмотреть, сейчас заброшу. Нет, там идет. Оно идет. Сюда? Оно идет в озера, по-моему. Ну, который купал в детстве сюда. У меня при зелени в камере все становится зеленым, то есть сбивается баланс. Yes. Вот мы пришли к доту. Вот и он. Вот же дот. Да, таки он. Сейчас с ним. Тот самый. непонятно вообще, что он тут один делает. Ну вот интересно будет изучить это, если что-то... А вот железобетон тогда уже был, в принципе. Был. Просто... Ну... Гона толпы. Не, ну потому что скажем, например, вас опыта своим бойцам не сделали журналистское удостоверение. Ну да. И реально, у них там они остановили так китовую штуку. Вот эта затерянная среди леса детская площадка когда-то была излюбленным местом отдыха учеников всех близлежащих школ, в том числе так называемых летних пионерских лагерей. Сюда приводили учеников на рекреацию, отдых. Теперь, как видите, кроме вот этих дуб практически ничего не осталось. Надо просто тебя выбирать на аллею будет тонко. Я живу. Наверное, сколько? 25 почти, значит, наверное, лет 20 назад там берег Сырца решили благоустроить. Получается, один фрагмент реки взяли бетонную такую канаву по типу лебеди. Но с учетом того, что на берегу расположили такие ажурные лавочки всякие, стилизованные под древность якобы. Вот. Сделали мостик такой красивый с витиеватыми перилами. Ну, собственно, сейчас оно все сохранилось практически, но фонарей нету, только поскольку прижилось нововведение. Хотя там сверху ресторан Дубкина знаменитый в советское время. Вот на этом месте, на берегу одного из пойменных озер Сырца, располагалась такая, что в советское время была построена, еще, наверное, в начале 70-х, сказочная такая композиция из бревен сосны. Были вытесаны 7 богатырей. Вот, собственно, останки последнего из них, которого распилили еще в 2009 году. Можно будет, кстати, вставить снимок в фильм, у меня сохранился. Мне как раз повезло снять его перед самым-самым трагическим концом. Пенсионного фонда, вернуть их место, потому что у меня мама пенсию оформляла, потому что она же работала в Шевченковском районе. Класс. Тут вот на левом берегу речки Сырец располагалось озеро. В середине 90-х годов его засыпали и возвели на его месте гаражный кооператив. О, тут уже повеселее течет. Ну, тут типа уклон небольшой. Угу. Вода пахнет сточными водами. Ажурная. По-моему, если не ошибаюсь, был фонарь. Надо полагать, да. Когда там какие-то были наводнения, такие вот там что и затопило. Ага. Я даже не знаю, но надо вот... Не, реально, это пули непробиваемые творишь. Похоже, а замков нету. Идемте воды попьем, тут родника. Тут это самое. Скворцы летят на родину, скворцы летят, летят. Скворчики на скворцовцы бьют. Реально поведать себя. Рассказать, собственно, этимологию происхождения Сырецкого. Давай. Вот. Давай подойдем поближе. Вот. Такие вот многочисленные роднички подпитывают речку Сырец. Почему называется местность Сырец? Потому что здесь сыро. И очень много ключей, которые вот так вот просто среди леса текут и пополняют Сырец свежей ключевой водой. Она холодная и вкусная. Да, вкусно. У нас вот дерево есть, там тоже источник. Какова ширина канала? Сейчас смотришь, чтобы тут так. Вот так оно как-то, да? Ну. 2 метра. Понял. Итак, двухметровый канал, в который заточен сырец. Я сейчас не рискну перепрыгнуть. Ну, в принципе, когда... Ну, я же не знаю, как я сейчас долечу. Как не долежу. Ты хочешь попробовать, а я чтобы снял? Нет. Падает приток. А это просто другая линейка, да? А это за ручей разложится. Ну, не совсем получается. Это приток, который впадает в Сырец. Широкий, интересный приток. Конечно, замусоренный. Можно перебраться сюда. Огромная лагуша, жаба. Рогозов яр, да? Да. Или Рогостинка. Ручей. Вот этот ручей тихий, видна рыба, мальки на мелководье. Полная тишина. Кириллы и Коли, там впереди туннель и что-то типа небольшого водопада. Я пробираюсь через чащу в поисках искомого места. Иду на шум воды и едва различимые голоса. Вот вы где, я вижу суглинный берег. Вот там можно пройти. Сейчас. Тут красные насыщенные, частично уже были глины. поднялись по этому бревну и широко расставив ноги, пойдем по этой трубе. Слетает вниз. Идем. Запечатлею, как ты перебираешься. Ветки какие-то стрёмные, лучше по камешкам. По камешкам, по камешкам. О, лягуха, походу. Ага. Лягуха-сеструха. Вот озеро. Бывшее. Ага. Лучше болото. Лучше мама моя купалась в детстве. То есть тут был цивилизованный спуск в воде, как бы? Цивилизованный пляж, народ купался. Еще в 70-х. Он начал зарастать, зарастать. Надо сверху снять, потому что тут не видно. Все, где-то в лесу прятался убийца. Здесь Стерегозов яр называется. Один из основных Сырецкой балки. Когда был маленький, тут машина вот так вот стояла в озере. Среди озера машина занувшая. Каждым годом погружалась, погружалась. Сейчас, наверное, на дне уже. А может, вытащил кто-то. Хотя вряд ли. Сейчас мы вот находимся на площадке недостроенного летнего ресторанчика, который находится прямо на берегу речки Сырец. В районе улицы Ольжича Сырец протекает в естественном песчаном русле. Сырец довольно полноводен и исчезает под мостом на улице Ольжича. Мы потом перейдем на другую сторону. Итак, вот этот туннельчик под мостом на улице Ольжича. Можно оценить глубину. Короче, нам надо, чтобы попасть к кирпичному коллектору, спуститься вот так и пройти вдоль берега. Ну идем. Эта дорожка есть какая-то? Тут ее, походу, и нет. Сейчас посмотрим. Все. Кстати, тут слева еще впадает какой-то ручеек. Вот он сверху. Или это... От воды пахнет некой мыльной химией. Сюда уже сбросили все, что можно. Что? Тут глубина уже около полуметра. Причем уже тут видно, в этот, ну здесь уже в ручей сброшено химии столько, что вот чувствуешь этот запах? Да, я просто думал, жених надо делать сразу. При признаках бракосочетания. Так. А если что, можно оскользнуться, да? Что, я? Да. Ну ты идешь так осторожно, да? Ну да, камеру будет потом. А я-то думал, чего ты так идешь? Камера с дикобразом. Да? Не толкайся под лес, слезать под ножки. Тут сколько? Метра 2,5, да? Высота вот эта. Да, даже 3, наверное, будет. Ну, я прыгать вниз не буду. А сколько тут Сырец уходит в коллектор? Сколько он? 3 километра. Вот еще. 3 километра. Ага. В Куренёвке в пойме Сырца расположено 3 озера. К одному из них мы проследуем сейчас. Это так называемое Куренёвское малое озеро. Большое озеро расположено немножко севернее, известное также как Пингвин в народе, потому что оно располагалось за одноименным кафе «Пингвин», знаменитым на весь Киев, ныне закрытым. Еще одно озеро находится на территории завода шампанских вин. На закрытой территории используется как технический водоем. Это 3 озера, которые сохранились в пойме Сырца на данный момент в районе Куренёвки. Какие высоты. Ну как же? Ну фокусное расстояние. У тебя что, у тебя на камере тоже должно быть какое-то фокусное расстояние. Да есть. Ну так засрать все. Убрать бы этот белый таз. Где таз? А. Знали бы назначение вот этой вот техники. Так, и крути постановочные снимки. А из трубы течет вода. Километра под землей Сырец выходит из коллектора на баллоне рядом с железной дорогой. Вот такой коллектор, песчаное дно. По Сырцу ты еще обещал фотку дать, чтобы смонтировать, но ты рассказывал. Угу. Там их 9, а 7 был. Сохранились только последний. Ну сейчас вообще нету, а я успел сохранить 2. Мы идем вдоль последнего открытого участка Сырца. По берегам растут ивы. Могу. Давай нам все-таки лучше в ночь, сейчас я приеду. Поспокойно. Да нет, я выкупаю, но мы на мосту проезжаем. Мост проезжаем. Просто типа дуэла, мы идем ходим. А тут берег уже укреплен бетоном. Снова по берегам свалки, свалки, свалки. Кладбище мафов на берегу, на доле Сырца. Свалка. Там Сырец. Либо ручей, либо сбрасывается какая-то очередная гадость. Сырец несет свою водичку дальше. Оказался мостик, под которым протекает речка. Берега плотно заросли крапивой выше человеческого роста. С одной стороны более высокий берег, а с другой стороны берег тоже высокий, но имеет вид двух или даже трех ярусов. Верхний, забор, какие-то постройки, еще один ярус. На ярусе стою я, и ярусом ниже течет река. Выходит Сырец. Я нашел в зарослях желтые помидоры и замечательный подсолнух. Выходит из-под моста и протекает туда. Вот тут такой довольно ощутимый перепад высот, и Сырец ускоряет течение. Еще один мостик, сюда Сырец опять выбегает. Как мы видим, укрепленные бетоном берега, тополи серебристые растут по ним вдоль Сырца. Товарищи, на этом самом месте мы прощаемся с сырой рекой Сырец. Она впадает в сеть озер Опечень, что на Оболоне, в бывшую речку Почайна. Мы идем к самому месту впадения Сырца в озеро. Вот оно, самое место впадения Сырца в Кирилловское озеро. Самое устье Сырца. Вот здесь он впадает в Кирилловское озеро.